Друзья, всем привет! Сегодня возьмем с вами кейкары и вот такие вот микровенчики, которые стоят у меня за спиной. Ну, все как обычно. Возьмем несколько автомобилей, пооткрываем, посмотрим, что по ценнику. Кстати, вот обратите внимание, да, стоянка. Большинство автомобилей здесь кейкары. Ну, стоит, конечно, Novo, стоит X-Trail, но большинство кейкары и микровены. Не забываем подписываться на канал. Напоминаю, с 15 по 26 число меня не будет в городе. И также подписывайтесь на мой инстаграм-канал Александров.Подбор25. Он будет прикреплен. Начнем мы с вами с Suzuki Alto. Это один из самых-самых дешевых кейкаров. Как бы много их, да, но поверьте, найти достойный очень тяжело. Данный автомобиль 4WD, 17 год, стоимость 340 тысяч. Видим сонары. Комплектация здесь простые, о каких-то там штучках модных речи здесь в принципе нет. 17 год, 370 тысяч стоит автомобиль. Багажное отделение. Есть они грузовые, где даже нет стеклоподъемников. Ну и спинка идет, знаете, такая под 90 градусов. Здесь сиденье у нас складывается. Ровного пола не будет, но тем не менее багажник, он увеличивается. Неплохое состояние салона. Вот японцы какие молодцы, да, как все продумано. Казалось бы, какой-то маленький кейкарчик, а смотрите, сколько места сзади. Вообще, кейкары 4WD это очень-очень сложно найти. Рядом стоит DS, но это не DS, это Mitsubishi, это то же самое, что и DS, друзья. Простая комплектация, есть комплектация, конечно, намного лучше, круче, но там и цена совсем другая. Попросил мне тут, сзади указали ценники. 16-й год, 410 тысяч. 18-й, 410 тысяч. В чем разница 16-й, 18-й год? Ребят, в состоянии, в пробеге, много нюансов. Конечно же, комплектации. Так оно складывается. Эти раздельно складываются задний ряд. Это очень удобно. Также, да, вот с багажного отделения можем подвинуть. Я еще разом всем хочу напомнить. Вот, друзья, говорю уже и в инстаграме, говорю здесь на канале. Машины ищите сайт drom.ru, Авито, Автору. Я еще раз повторяю. Я не говорю, что там продавцы какие-то плохие или еще что-то. Большинство объявлений там развод. Привожу пример, да? Вот он, Дейс. Ну, якашка. 16-й год, 440. За 300 тысяч вы ее не купите. Вот это без климата. 110 тысяч пробег указан. Так, здесь ценника нет, только что приехал. Nbox, всеми любимый. Ага, он еще и закрыт. И цены нет. Хайджет, 17-й год, 430 тысяч. Популярный микровэн. Часто спрашивают. Частенько поиски. Раньше можно было и за 320, за 350 купить.
Сейчас, к сожалению, нет. Видно то, что салон такой, ну, неуделанный. Многие, конечно, автомобили приходят, уделанные салоны, уделанные багажное отделение. Здесь голый металл, да, продавцы подкрашивают. Но это намного приятнее, да, чем... Хотел слово нехорошее сказать. Чем купить уделанный салон. Милое дело куда-то в деревне для работы там какие-то грузы возить. Небольшой расход топлива. Очень удобный автомобиль. 4 ВД. ВД с кнопки, короткая база. Само то. Роскоши тоже никакой нет здесь. Вот у нас интересный экземпляр стоит. По стоимости он... Так, я так понимаю, 15-й год, 545 тысяч. Смотрите, какая дверь задняя такая узкая, высокая. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Такая тоже массивная передняя дверь. Пищалки. Очень хорошая комплектация. Передние сиденья идут диваном. Саббуфер. Кожаный руль, полный руль. Климат-контроль. Два USB входа, подогрев сидений. Так. Вот она регулировка. Руль у нас регулируется только по высоте, по вылету не регулируется. СТБА, система антиюз, автоматическое складывание зеркал, подогрев руля. Большой такой маффин стоит. Подсветка. Подоконница, темный потолок. Очень-очень удобно. Задние сиденья, ну, на два человека тоже по раздельности не двигаются. Сзади колонка плюс пищалки. Такой модный, модный кейкар. Чтобы я для вас проверил автомобиль, заходите на дром, копируете ссылку в телефоне, в WhatsApp мне ее отправляете. Напоминаю, проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Не 5, не 10, а 2000. Раз, два, три, четыре. Четыре микровенчика. Хайджет, НВ. Давай посмотрим по стоимости. Мувик стоит. 17-й год. 415 тысяч. 17-й год. 410 тысяч. По размерам они одинаковые. По оснащению, по комплектации тоже. Коробка здесь робот стоит. ВД с кнопки. О, привет, друг. Ты кто? Как ты здесь оказался? Хорошо тебе? Видите, какие у нас продавцы на авторынке? Голову осторожно. Мувик.
на крутилках, есть автомобили на климате. Крышка багажника пластик идет. А еще одна Альта. Такая уже, знаете, помоднее. Резина хорошая. Литье штатное. Кстати, ни разу, по-моему, не видел я штатное литье на Альте. Климат. Семнадцатый год, 400 тысяч. Вот смотрите, интересный автомобиль Мира ЕС, 16-й год, стоимость 370 тысяч. Пробег 16 тысяч на машине. Да, то есть в чем прикол? Прикол в том, что пробег это ее, да, но по левой стороне была царапина. То есть как бы, ну как мне объяснили, да, вот что-то типа вот такого вот чирка было по левой стороне. То есть что-то подкрасили, что-то полирнули. Каждый может там, ну скажем так, привести под себя, да. В плане, если была там какая-то царапина, ну, допустим, кто ищет автомобиль с небольшим пробегом, да? То есть, вот она, просто подтампонена. Ребята, это можно взять и перекрасить. Пробег 16 тысяч. Хорошая цена за данный автомобиль. Вообще Мира ЕС из кейкаров мне, наверное, больше всех нравится. Да, относительно недорогая, а неплохой салон. Ну и в плане надежности. Давайте на сегодня будем заканчивать. Не забываем подписаться на Instagram, на YouTube. Лайки, дизлайки, все как обычно. На сегодня все, всем пока.